это часть жизни каждого из нас. Она дает нам не только знания, это огромная наука общения. В нашей школе работают самые лучшие учителя. Я благодарна им за то, что они воспринимают меня такой, какая я есть. Самым умным, самым талантливым, самым добрым, с юмором и без, самым красивым учителям 5-й школы «Виват!» «Виват!» Назначают, значит, это кому-нибудь нужно. Это нужно нам всем, потому что школа без директора – это корабль, потерявший управление. С юбилейного года нашим кораблем управляет Раиса Иосифовна Захарич. Дорогие коллеги, уважаемые гости, мне, наверное, сегодня как никому сложно говорить, проработать такой недолгий период в школе, говорить о 20-летнем юбилее. Школы, они как люди, наверное, у каждого своя судьба и свой жизненный путь, в начале которого не знаешь, что ждет тебя впереди и кто будет рядом. Но, наверное, сегодня, вот когда оглядываешься на этот 20-летний весь путь, давайте вспомним, какой он был в жизни нашей страны. Ведь в жизни человека 20 лет очень много. И в жизни государства нашего вот эти 20 лет, вот оглянемся мысленно, что произошло, какие это были непростые годы. И все эти годы, я хочу сказать, школа оставалась не просто островком стабильности, она работала, и как работала. Если такие выпускники у нее, значит, работала хорошо. Какие результаты давала наша школа. Поэтому сегодня мои слова поздравления, мои слова признательности и благодарности именно всем тем, кто стоял у ее истоков, кто начинал в 5-й. Мои слова поздравления, мои слова признательности коллективу нынешнему. Именно вы
творите то, что будет завтра. Я хочу сказать, что сейчас у нас высокопрофессиональный и творческий коллектив. Но в первую очередь я благодарна вам, учителя. Все в школе начинается с учителя. Это вы, мои дорогие, сочетаете в себе талант и образованность, душевность и эрудированность, умение убеждать и воспитанность, гибкость. Спасибо вам за то, что школа стала вашим образом жизни. Мои слова признательности моим заместителям. Именно ваше умение эффективно, грамотно вести дела, творчески мыслить, продуктивно работать, содействовали сплочению этого коллектива. Мои слова признательности и благодарности всему техническому персоналу, всем службам, работникам столовой, бухгалтерии, библиотеки. Ваш труд порой незаметен, но без него, наверное, и школа бы не состоялась. Вы знаете, все вы, как атланты, держат небо на своих плечах, вы держите на себе образовательный процесс. И пусть сейчас в школе, наверное, больше кариатит, чем атлантов, но тем не менее, всем я вам очень признательна и благодарна. И если дальше проводить такую параллель с человеческой судьбой, то, наверное, человек стремится работать так, чтобы завтра его было лучше. И я хочу сказать, что то, какой станет наша школа завтра, оно закладывается уже сегодня и зависит от нашего с вами профессионализма. И я хочу сказать, что школа сегодня, она, наверное, находится в начале пути по переходу, чтобы жить по принципам, соответствующим требованиям устойчивого развития. И ориентиры у нас в этом есть. Это в первую очередь сохранить то качество образования, которое нужно, которое востребовано будет нашим государством. Знаете, когда-то, когда Юрий Гагарин полетел в космос, президент Соединенных Штатов сказал такую фразу: «Мы космос проиграли за школьной партой». И я вот сегодня еще хочу сказать слова благодарности в адрес наших властей, исполнительной власти, управления образования. Я думаю, что мы не проиграем никаких позиций, потому что мы чувствуем вот эту поддержку и заботу со стороны наших властей. Такую же поддержку и заботу нам оказывают наши базовые предприятия. В первую очередь я хочу поблагодарить открытое акционерное общество «Смаргонские молочные продукты», его директора Курлова Александра Александровича, наших шефов воинские части, которые с первых же дней сами предлагают нам свою помощь и ее оказывают. Вы знаете, из всех, наверное, вот участников образовательного процесса самыми неравнодушными к успехам школы, самыми заинтересованными являются родители. Ну, оно, наверное, и обосновано. Поэтому я также хочу сказать спасибо вам, родители. Спасибо попечительскому совету, совету школы за то, что проблемы школы — это и ваши проблемы, и вы помогаете их нам решать. Ну и, наверное, всех вас я поздравляю с этим замечательным праздником. И я думаю, что все нам будет по плечу. И таких же выпускников, таких талантливых мы будем и дальше выпускать в жизни. Всех вам благ! Все небумажные.
буду верить в чудо, всюду, 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 буду, буду, буду. И мы рады приветствовать на нашем празднике гостей, представителей власти, работников управления образования, директоров школ. Успехи образования напрямую зависят от результатов работы всех отраслей, республики, области, района. Жизненный путь школы нужно прогнозировать, направлять в верное русло. Так важно, если этим управляют ответственные государственные люди. Слово предоставляется заместителю председателя районного исполнительного комитета Версоцкому Александру Людвиговичу. Уважаемые коллеги, педагоги, уважаемые родители, ученики, уважаемые выпускники 5-й школы. Я хочу от имени районного исполнительного комитета лично от себя сказать вам огромное спасибо за ваш труд, за воспитание, за обучение детей и, безусловно, за ту черту, которая всегда отличала, отличает теперь, и мне бы очень хотелось, чтобы она и в будущем отличала 5-ю школу от остальных. Это та атмосфера здорового соперничества, которая когда-то была посеяна на этапе становления этой школы в коллективе. Я убежден в том, что именно она вылилась затем в те здоровые амбиции, которые никогда не удовлетворяли 5-ю школу, когда она занимала 2-е, 3-е, 4-е и так далее места. Она хоть и является по номеру 5-й, но во всех делах она была 1-й. Я также хочу сказать огромное спасибо и персонально обратиться к руководителям этой школы Валерию Михайловичу Скворцову, который стоял у истоков создания этой школы, ветеранам, которые закладывали те славные традиции, которые в настоящий момент развивает педагогический коллектив. Я также хочу сказать огромное спасибо Виктору Тимофеевичу Хроменкову, который для меня лично был образцом принципиальности, был образцом порядочности и профессионализма. И я хочу пожелать райсвойственно вам, чтобы все те планы, которыми вы живете в настоящий момент, они обязательно притворились в жизнь. Ну, тут выпускники много говорили о том, какую роль в личностном становлении, развитии сыграла школа. Я, сидя в этом зале, думаю, какую для меня в личностном плане роль сыграла эта школа. Так вот, она мне вырастила жену, которую я... взял от вас через полгода после того, как она школу закончила. Вы знаете, я вот здесь и не учился, но поверьте, то, что те события, которые происходили в классе Екатерины Федоровны Катайкина, я очень хорошо знаю. Я вам хочу всем пожелать в дальнейшем целеустремленности. Я вам хочу пожелать, чтобы в семьях ваших всегда царило понимание, всегда царила доброта. Ведь если хороший, надежный тыл, тогда и работается творчески. Я хочу пожелать, чтобы непременно те успехи, которыми вы сегодня по праву гордитесь, они приумножались. Ну и как учитель, теперь говорят, что 30% знаний учитель должен давать сам, а 70% должны ученики самостоятельно добывать. Так вот, я вам дарю средства оперативного информирования, чтобы директор школы как можно меньше ходила в исполком, а как можно больше пользовалась вот этим средством, которое я дарю 5-й школе.
Спасибо. И я так рада, что вот все, кто выходит на сцену, ну как-то быть, но причастны вот к пятой школе. Спасибо. За что на парта любовь осталась. Вы знаете, Лена, это, наверное, правильно. Ведь жизнь постоянно меняется. В школу приходят другие дети с новым мышлением, новым восприятием жизни. И надо искать новые формы, методы, приемы, чтобы понять их, учить, воспитывать. А что радует вас, Вера Михайловна, на нынешнем этапе реформирования общеобразовательной школы в наш юбилейный год? Я совместно с собой приглашаю присутствующего здесь страха Леонида Осиповича, Чужинского и Тамара Николаевна. Уже трио. Уважаемые хозяева, уважаемые гости, мы присутствуем с вами сегодня действительно на замечательном празднике – юбилее школы. А когда юбилей, мы обязательно, как и сегодня, возвращаемся в свое прошлое. Позвольте мне вернуть вас в год 2000-й. Возможно, вы этого уже и не помните, а я вам об этом напомню. Итак, 2000 год. Журнал «Белорусская думка». Писательница Лариса Якименко. И очень интересная статья. Называется она так. «Невозможное возможно под управлением любовью». А сама статья начинается таким образом. Все несчастливые школы похожи друг на друга. Все счастливые счастливы по-своему. Поэтому и живут они по-разному. Одни нытьем, другие закатав рукава и шагая вперед. Вспомнили? Это говорилось о вашей школе. Это вы одни из первых. И будем говорить, что вы начинатели очень многих направлений деятельности, которые впоследствии развились у нас в районе. Это и здоровье сбережения, это и компьютеризация, это и музейная педагогика. Это в вашей школе. В одной из первых во всем районе были созданы стоматологические и массажные кабинеты. Это у вас впервые мы начали проводить мониторинг и далее коррекцию здоровья детей. Это у вас впервые была учебный процесс, внедрен курс валеологии. Это вы первыми, вы действительно были пионерами в деле компьютеризации учебно-воспитательного процесса и учебной деятельности. Вот почему проект, над которым вы начали работать, вы первые в районе, и назывался пилотным. Это вы первые создали медиатеку, как говорилось здесь. Причем первые не только в районе. Вы были первыми в области. И потом вы стали опорной школой во всей нашей области в деле компьютеризации и учебного процесса, и управленческой деятельности. Это вы, только вы организовали самый лучший музей не только в районе, в области, но и в целом в республике. Низкий поклон вам, уважаемые коллеги, за этот ваш тяжелый, непосильный труд. Спасибо,
Вера Николаевна, такие теплые слова. Я хочу продолжить. Мы понимаем, просто очень приятно. Мы не ожидали даже таких слов. Очень тронуты вашими словами. Мне бы хотелось сказать еще вот о чем. Удивительно не то, что вы делали эту работу. Удивительно то, что вы не ждали указаний сверху. Вот это самое главное. Вы творили. И это творчество вылилось в очень хорошие результаты. Здесь, когда я посмотрела на экране, очень скромно, почему